Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если не хочешь делать домашку. Эй, привет всем, господа хорошие! С вами, как всегда, Энтони Юрыч, и сегодня у нас полицейские погони! Да, ребята, всем привет! И не просто полицейские погони, а погони на дрифт-тачках. Ребята, у меня сегодня будет вот такой спортивный корч при поддержке Bob's Burger и других довольно-таки знаменитых фирм Lego City. Правда, никто о них не знает, но тем не менее они есть. Понял, ментяра, на тебе! А ты меня даже не сбил. Ну, и, кстати, я от тебя почему-то отпрыгнул, нихера себе. Да-да-да, нихера ты, себе. Ты понял, что это твой бургер не котируется у меня. Бургером ты и так-то рванешься, братан, так что это, да? Живи пока! Слушай, она у меня очень быстрая, и она у меня реально дрифтит прям, мама не горюй. А у меня, короче, с подвесочкой вот с такой вот красивый такой вот полицейский. Господи, я в поезд врезался почти. Эй, поезд не сбей, господи. А что у тебя со скоростью? Ой. Воу. Ой. Что-то пошло не так. Ну это понятно, что у тебя что-то пошло не так. Что у тебя со скоростью, я говорю максимально? Я не знаю, я даже не успел ехать, я в поезд врезался там. Где он, господи, что за мет? О, привет, братишка, я еду. Я очень быстро, если что. Да я вижу, да. Опа! Я вижу, как там. Это обманный маневр был. Давай, 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 разгоняемся. Да. Ты все не едешь, что ли? Ну да, типа того. Почему? Нихера я тебя подтолкнул, слушай. Подтолкнул. Ау! Че? Господи, я просто поцеловал со всей дури пути. А что, ты специально типа не ехал или что? Да. Она очень быстро, она вообще пуряет, она разгоняется на 300 вообще махом. У нее разгон, наверное, за секунду, не знаю, там 100 сразу. Да ладно. Смотри, как прет просто. Что это за табуретка такая, а? Да-да-да, вот единственный момент, что он как небольшой такой... Твою мать, минивенчик! Твою мать! Товарищ полицейский... Я, кстати, живой, как ни странно. Охренеть, ты что делаешь, мне позорный? Вот и правильно, нихера у тебя запчасти отлетают во все стороны. Ты видел? Эй, не гори, мент, не гори! Блин, он просто снес нашу малюточку, алло! А я еще стою, болтаю, думаю, там плетется где-то в соседней деревне. Слышь, хорош меня стрелять, дай мне тебя убить. Смотри, как у тебя машина разлетается эпично. От пистолета просто. Я вижу, да. Ой. 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 Под днищем, по колесам. А ты что вылез? Только иди отсюда. Где ты? Господи, как ты летаешь, блин! Телепорты вот, вот на этих деталюшках, это, конечно, сильно. Слушай, ты смотри, а у тебя еще Хэгвей патруль, блин, нормально. Да, у меня серьезно вообще машина так-то. Ну, я бы не сказал, она пластмассовая какая-то. Это тебе не хухры-мухры вообще. Ты смотри, как она разлетается. Господи, а что будет, если я М-ку возьму? Вот это вот... Ты умрешь, если ты возьмешь М-ку, понял? Ой, господи, у меня жопа горит, что ли? Жопа горит у тебя. Жопа горит. Ты чё, а, ты её переставил, я понял. Ты смотри, что происходит. Пылающий зад Юрыча. А, так она сама по себе раз... Да, она сама по себе. На муляже катался, ты смотри, я теперь понял, почему ты в меня врезался. Ну так это муляж, я что было, то и схватил, короче. Да, что ж, ребята, вот такая вот дрифт-погоня. Воришка, даже не воришка. Он, почему воришка? Уже не воришка, он гонщик профессиональный был. Да, профессиональный дрифтер, мать его. Просто решил поугарать над ментом, но мент, видимо, не с той ноги встал, либо почки съел. Да, рассердил очень сильно он мента, короче, и разлетелся в щепочки. Да-да-да. Ладно, ребята, меняемся машинами и пытаемся повторить сие творение. Ну что ж, ребята, тут сам офицер полиции в Лего Сити появился на своем прокачанном доджичке. Мне кажется, даже Додж Чарджер чем-то похож он на него, по крайней мере. Да? Ну, а у нас мы угнали, короче, багги с выставки. Багги. Так, коп продажный, я вижу тебя на радаре. Впереди за бандита. А, это да, это плохо. Да, мы же все-таки угнали. Ох ты. Кираси. Неплохой флаг, между прочим. Конечно, неплохой. Кто упал, кто не допрыгнул. Ну, где-то мы лоханули тебя, да. Ой, кто-то здесь вылетел. Так, а я смотрю, что багги-то у тебя довольно-таки проходимые, да? Ну, я пока не понял еще. Как? Не, он неплохой такой, кстати, но мне кажется, сейчас минус колесо у кого-то будет. Да херня минус колесо, у меня их много. Дол.
Слышь, опять начинается читер. У меня их много, многоколесные багги я взял. Кстати, да, их, ну, тут, по крайней мере, видно, что там несколько колес. Да. Причем они маленькие, как пуздец. Ух ты, нихера себе! Хотел дать угла, у меня машина перевернулась просто. Я видел, как это было? Я даешь угла. Профессионализма не хватает. Ну да, конечно, тут машина просто перевернулась. Не, я там прям так хорошо вошел в поворот, прям арабишь все дела. Ой. Нас же такое мучат. Господи, ну какая она неуклюжая-то, а? Вот смотри, ну она же дает угла, у нее движок слабоватый, блин. Так, да. Давай. Оу, вот угла дает, вот это угол. На тебе! Так. Хорош тебе этот, колеса скидывать. Все, по одному колесу, вот это нормально. Ой, у меня что-то отвалилось. Ты главное сам не отвались там. Часть бампера просто улетела во свояси. Аккуратненько, аккуратненько, помаленечку говорю тебе, помаленечку, потихонечку, давай, проезжаем. По рублю, по копеечке? Да-да-да. На ремонт собираешь машины? На, собираю, да. Ой, а я в шары добился. Нормально. Слушай, ну ты не такой быстрый. Ты не такой быстрый, меня это радует. И слушай, у нее впереди как будто пушка, но на самом деле там пушки нету нихера. Пушки. Машина пушка! Эй, ты куда? Ах ты обманщик. Да куда на этом дерьме уедешь-то? Ну от меня-то явно никуда не уедешь уже. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Иди сюда, иди сюда. У меня скорость маленькая, поэтому я, в принципе, маневренный. Мне как бы это... Я тоже. Ну-ка, 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 ну-ка. Оп, засал, да. Пацан. Давай, молодец, встал. А чё колёса-то не отлетели? Что происходит, ребят, вы это видели, нет? Это манёвры были, понял? Ой. Отвали. Чё у меня с машиной? Почему она переворачивается? Алло, это же офицерский Dodge Charger. Слышь, а чё с твоим багги делать? У тебя чё-то колёса неубиваемые, алло. Отвали от меня, и всё, и я поехал. Нихера себе он дерется. Что ты до меня докопался-то? Иди сюда! Отстань. Документики покажите. Блин, покажите, слушай, документики. Ну, плохо держится, да? У него колеса хорошие. Да. Но против моего кольта это ненадолго. Так, успокойся, брат. Тихо. Фу. Фу. Фу, плохо делаешь как. Фу, некрасивый. Ладно, едь, так, едь. Так, ладно, на спущенных тоже можно ездить. Можно. Вопрос только, куда ты уедешь? Далеко ли? Воу! Нифига, я сальтуху здесь замутил, слушай. Зачем? А, я хотел заехать на лифт, короче, но не получилось. А мы, короче, по дворам ехали. Я думал, что я тебя перехвачу, а ты вон какой. Да, на лифт собрался. Я хитрый. Аккуратненько, помаленечку. Так, ну где там новые машины полицейские? Где они нас? Что-то не ловят. Да мы, короче, вас поймать не можем. В Ман-Сити тут. Ман-Сити, говорит. Ну, сэр, вы, короче, напросились. Как минимум на пулю в лоб. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, беги-беги-беги-беги. Слушай, у меня такое ощущение, что спущенные колеса тебе скорость дали. Я не знаю, но она нормально едет. Так, все, даем угла. Что за машина, господи? Ребят, вы сами все прекрасно видите. Не надо меня спрашивать, почему она едет. Так. Как ты вообще едешь, алло? Я просто еду. Сейчас с писюном своим сверху. Я даже никуда не тороплюсь. Смотри, она еще и быстрее тебя получается. На спущенных колесах, я что и говорю, она быстрее ехать стала. Она даже переворачиваться перестала у меня. Слушай, ну ты нормально мне подмог так. Блин, давай, надо его, Юрка, убивать. Надо если... его убивать, ребята. Это все, это больше не варики. Эй, тихо, брат, ты что делаешь? А у меня верх высокий, братан.
Эй, тихо, тихо! Посмотрите, что он делает! Я вот ни в одной погоне М-ку не брал еще, а? Он уже 55-й раз. Иди-ка сюда! Да пошел ты нахер! Я тебя не остановлю, потому что у тебя колеса не отваливаются. Опять читерские, блядь, машины берет. Я уже не знаю, откуда, откуда такие колеса делают, как они вообще не ломаются. Читерская багги, просто читерская. Ты посмотри, насколько она реально... Первые колеса легко отвали у нее. А сейчас это далеко не первая машина, у которой такая выходалия. Да. Самое тупое, что со всей дури в нее врезаешься, и как бы ей вообще похеру. А еще у нее высокий этот зад, и ты не прострелишь даже ее. Вот смотри, что происходит. Ничего. Слышь, а что ты сделал? Двигатель отстрелил. Не стреляйся, я тебя не собирался убивать, алё. Я тебе двигатель специально выстрелил. Понял? Специально выстрелил двигатель просто, да, вот. В надгробии тебе будет. А где двигатель? Вот это? На твоей головой тебе. Маленький он. Блин, ну она офигенская, она неубиваемая. У нее очень хорошая подвеска. Вот если сзади посмотреть, посмотри, как ребята она сделана. Так на свет выйду. Он прям такая бодрая баги, хорошая прям. Вин-вин-вин, мазафакер. Но херню не имеем, епси. Я ж не зря ее украл с этого фестиваля. Да. Что ж, ребят, пишите в комментариях, что думаете, как вам машинка. Я думаю, что мы еще один заезд успеем сделать по-быстрому. Погнали. Так, что ж, ребята, я думаю, что вы помните полицейскую машину из первой погони. Так вот, мы ее, короче, забрали со свалки, перекрасили, сделали себе такой неплохой агрегат. А у меня Explorer. На планшете, новенькие что, машинки завезли в участок, и я, в общем-то, решил его проверить на ловле преступников. Ты лучше Wi-Fi лови, иди. На своем Explorer'е. Я сколько помню, это... На Explorer'е тебя буду ловить. Фирма, которая делает MP3-плееры и эти... планшет, насколько я помню. Да, ага, ты сам делаешь планшеты. Ух! Вот! Ты где? What the fuck? Что это было? Я только что дал угла, короче, и у меня машина рассыпалась, просто разлетелась. Да ладно, а где ты вообще нахуй? Да не реви, так ревет машина. Так, хорошо, он согрелся. Это радостно. Слушай, у меня машинка нежная прям, как та первая полицейская. Когда в нее чуть-чуть врезаешься, она разлетается. Да ладно. Да-да-да, то есть сейчас мы увидим бум! Сейчас, говорит, мы увидим бум! Херана у тебя быстрая, слушай. 150. Алло. Алло, ёпс. Ой. А ты меня даже не попал. Да. Поэтому... Ой. Я на правах того, что мог восстановиться, восстановился, но это ненадолго, мне кажется. А почему машины рассыпаются? Я не знаю, так, братан, угла, что даем. У тебя за машины угла, картонные. Угла, 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 угла. Сейчас ты, по-моему, перевернешься, брат. Ну, это было рядом. Видал, как я тебя напулял прям по самые яйца? Напулял, напулял, да. Ну, после такого как бы не выживают. Так, все, давай я тебе покажу, что такое скорость. Эй! Бич! Слышь, ты куда так быстро-то? Ой, ай, ай, ой. Ой, больно, ой, сейчас развалится. Ой, ай, ой, 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 и я умер. Нормально, нормально. Я бы тебе сказал, отлично. Охереть надо. Какого хера я там взорвался, а не ты? Самое тупое, знаешь что, я уехать отсюда не могу. Почему? Не, у меня машина едет, но этот, деталюшки горят и догорают. А во, выезжает. Еее, бум, бич, Галтвейн. Галтвейн. Просто что это? И огненный мент просто едет за тобой. Еее, араб, он всегда араб, даже после смерти. Слушай, а как ни странно, капот сдержал удар. На тебе. Не восстанавливайся только на меня больше, это я тебя знаю. Слушай, а колеса-то крепкие у нее. Колеса, кстати, да. Ну чё, мент, поехали в аэропорт. Да чё, всё, ааа, от винта! Придётся тебя сейчас уничтожать. Я на тебя упал. Похер нам, не отдадимся мусорам. Колесо у тебя, братишка. Да, это плохо. Так, мент, я заберу тебя с собой. Смотри, как я прицепился. Ой, в бочку давай! Давай, иди! Сука! Второе отвалилось. Как она ездит вообще? А, нет, у тебя все на месте три.
53. Ну да, так сказал, как будто я на велосипеде катаюсь. Тут уже уничтожать-то нечего, слышишь? Да, оно же едет. Парит просто, парит, пацан. Не делай глупых движений, иначе я взорву весь город. Тарах. По крайней мере, местный. Так, ну-ка, иди сюда. Каркас один, а? Бум! На! А ты чё, живых-то остался? Просто по красоте, а? Мент настоящий герой просто. Пожертвовал собой, но не умер даже. Чё-то менту повезло как-то странно немножко. Нормально ты разлетелся, слушай. Слышь? Так, ты труп, ты чё стреляешь вообще? Это этот, фантом за тобой пришел. Вот. А чё ты не врезалась? Да, конечно. Вот. Все. Теперь я доволен. Да. Блин, ребят, ну такие полицейские погони были. Машина была на удивление, кстати, прочная последняя, но это не точно. Да. По крайней мере, она куда-то да уехала. Забери свои детали. Это моя бочка, я буду в ней жить. Пошел нахер. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И надеюсь, на вас вот так вот машина не упадет никогда в жизни. Да. Пока, ребята. Пока, ребята.